Так, пытаемся снять Старлинки. Вот он пролетел. Фух! Годится. Так, еще один летит. Ну, видно, по-моему. А вот один в другую сторону. Прикольно. Ух ты. Яркий какой. Ну ладно. Пару старлинков сняли. Давайте-ка я вам, наверное, покажу, что повеселее. Сейчас, терпение. У нас тут как раз садится солнышко. Конечно же, луна. А рядом с ней еще и Антарес. Так, ну это уже, видите, да, луна заходит за деревья. То есть это уже удивительно чисто. Не все, Антарес, он уже даже спрятался, да, еле-еле. Удивительно чистое небо, ты представляешь? Только закат солнца снимал, так относительно деревья. Ни в жизни не мог поднимать шею луну. Можно будет так снять. Так, ладно, я сейчас, наверное, переключусь, поснимаю на другом ISO. 18 октября 2000.